Всем привет, друзья! С вами Фанатик, это игра New World. И сегодня поговорим о еще одном маршруте, на котором можно побегать и пособирать себе ресурсов для прокачки профессии, ну, либо на продажу, кому надо, на стадии прокачки. На 30 уровне, собственно, покупаем старметалловые инструменты, пару сумочек, как раз тут второй слот будет открыт. Ищем на увеличенное количество ресурсов сбора. Именно можно на скорость еще дополнительный перк, на рарные предметы не особо здесь требуется, если только на харвестинг можно. На харвестинг пригодится. Вот, а на скининге здесь не нужно, это не такие важные ресурсы выпадают рарные именно. Собственно, локация Caldwell Skates, тот же телепорт, вот этот вот центральный. И приступаем, выдвигаюсь, ем еду, 30 минут. Таймер засекли и понеслась. Вон первые кустики уже сразу же вижу. По пути убиваю свинюшку, на разделку ее. Оп. Есть такое дело. Мясо тоже пригодится кулинарам. Это сейчас оно ничего не стоит, а будет в принципе стоить. Немножечко деньжаток на старте нового сервачка. Dragon Glory, даже моты можно взять. А ты откуда взялась? Эй, я сразу по двум мобам, ничего себе. Одну разделку, вторую разделку. Здесь два куста. Бывает есть, бывает нет. Смотри, как повезет. Да не надо рубить эту ерунду. Все готово. Тоже на разделку. Сейчас заскочу, возьму здесь тоже ресурсы. А потом уже вглубь континента пойдем. Да хватит накидывать. Прицепились мобы. Да-да-да-да, лучники. Разлучники. Ну, несусь дальше. Кабана сразу нафиг. Ни разу не попал. Ну, ничего. И такое бывает вполне себе. Эти все никак не отстают, ты смотри на них. Получается, вот сначала на берегу возьму, убью вот этого крокодила. Потом вот эти вот херпсы. Я забираю. Ну, не надо блудиться в дереве, чего ты. Потом хватаю вот эти херпсы. Там чуть дальше хватаю хэмп еще тоже. Квинтуса. Шака тоже. Темпа раз. Темпа два. А дальше поворачиваю вот сюда вот. На форт. По пути хватаю кабана до крокодила. Thank you.
Тут у нас тоже огненные моты. Можно будет собрать, если они, конечно, будут. Ну и поворачиваем мимо этой крепости. Lock detected. Супер. Этого только мне не хватало. Тут можно сундучки полутать. В принципе. Реагентами для переработки. Мужика можно просто игнорировать. Вот этих песиков убиваем. У них тоже нормально. Есть такое дело. Вон там еще, и еще, и еще. В принципе, возле этой крепости тоже можно вполне себе по кругу бегать и фармить. Но здесь обычно конкуренция, опять же, высокая достаточно. Так что я просто пробегаю мимо, убиваю тех, кто попадается. И иду дальше. Готово. Теперь я поворачиваю вот сюда, вот на дорожку. Ну ты что, перепрыгивай. Еще один пес. Разбор его. Песики послабее, чем крокодилы, но качество них похуже. Так, ты иди сюда. Он сдох, что ли? Блин. Я хотел его заманить, а он взял и помер. Такое себе. Он тоже бегает, фармит их. Хотя сервак старый, блин, до сих пор фармят. Я офигею. Как вы можете увидеть, здесь достаточно много. И пантер, и вот этих зараженных волков. Так, помимо этого еще и попадаются свинтусы. И такие, и вот обычные. Которые просто шотные. На любом уровне практически. Все. Поскинили всех этих зверушек. Выхожу вот здесь на тропинку. Тут уже будут попадаться опять херпсы. Где-то здесь должны быть первые. Я не наблюдаю. Крокодил сидит в засаде. Хватаем крокодила. Да это не трогай ты эти... Ладно, панка мне не нужна. Вот они. Пусты. Их тут достаточно много. Естественно, я все подбираю. И пробегаю дальше. Вон песик. Бить. Вон вторая кучка. И сразу же песик. Разбираю его. Блин, да, хорошо. И здесь херпсы. Оп. 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 Отлично. Херпсы собраны. Двигаемся дальше. Уже прошло 9 минут, но тем не менее уже нафармлено нормально и кожи, и специи, я думаю, вполне себе. Так, ты иди сюда, кошак. Готово. Разбираю ее тоже.
Вон там дальше крокодил идет, кабан идет. Тут ягодки начинаются. Ну, ягодки не сильно интересуют, а на старте сервера, в принципе, можно и ягодки пособирать. На кулинарку они тоже нужны. Они себе неплохо будут стоить. Обычные ягодки. Двигаемся дальше. Я собирать ягоды не буду, потому что они, блин, по 20 серебра всего лишь сейчас стоят. Достаточно дешевые. А выпадает их мало. Особого смысла не вижу. Ну, там. Уже подходим к крепости. И вокруг крепости пробежаться и вернуться уже к телепорту назад. Как раз получится полный круг. Там. Dragon Glory. Огненные эмоты. Конечно же, берем. Огненные моты даже сейчас стоят по 2, а то и по 2,5 монеты бывает. Так что моты, в принципе, практически любые, меньше монеты не стоят. Еще один. Разбираю. Винтус. Разбираю. Крокодил. Иди сюда. И кабан. Сразу же подскочил сзади. Нормально. Сам ко мне приперся. Красота, да и только. То теперь разбираю этого крокодила. И здесь где-то первые кусты должны быть уже. Вот они. И погнал. Собираю херпсы. Тут маршрут, я думаю, займет где-то минут 15, может быть, даже немножко побольше. Он очень даже хороший. Он того стоит, он там крокодил ползает. Надо его грохнуть тоже. Крокодил, дел, идет. Супер, все промазал. Бывает и такое. Проскакиваю дальше. Там возле самой крепости еще этих херпсов целая куча будет. Ну что ты давай разделывай. Стоит, думает. Где-то здесь должны быть еще респауны. Ну, я держусь ближе к берегу, потому что там, во-первых, опять куча крокодилов будет. А во-вторых, там будет 3 сундука. Разные причем. Одни просто сапли. Второй получается со шмотками, а третий с едой. Эти 3 сундука очень даже хороши. Стоит их подобрать, естественно. Лишним не будет. Ресурсы для переработки, шмотки. Ну и, конечно же, реагенты для крафта еды. Это все мега полезно. Видите, тут еще ягодки. Снизу от крепости не то чтобы много. Именно херпса. В основном сверху находится это все. Так, несусь дальше. Этого крокодила. Готов. Вот так по берегу топаю. Вон еще один крокодил. Готов. Хотите, можете собирать кусты, если они что-то будут стоить на старте. По деньгам нормальные, то вполне себе можно собирать. Ну, либо просто на прокачку кулинарки. И на готовку себе какой-то еды. Вот видите, тут целая куча крокодилов, которые охраняют сундуки. Вон они впереди. Уже сундуки. Здесь прям крокодилов целое стадо.
Много кожи, соответственно, можно получить. И не только кожа, а еще и опыта. Тут один пиратик, ну, это не проблема. Рухнуть его. И вот сундуки пошли. Первый сапли крейт. Реагенты. Стокпайл. И провижн. Даже рецепт запеченной картошки выпал. Обалдеть. А поначалу эти рецепты будут нормально стоить. Ну и дальше по берегу иду, вот этого крокодила цепляю и начинаю в лед заходить. Тут примерно... Подожди, а где мост? Моста не вижу. Еще немножко рановато. А, вот там мост подальше. Но тут уже есть... Керпсы, то есть можно будет заскочить. А потом уже выйти на берег. Ну такое. Я там блукать не буду. Тут пару респаунов есть. После крокодилов с сундуками можно, в принципе, сразу в лес заскочить. Там и кабаны. И сразу же будут херпсы. Я немножко по-другому здесь поступлю. Вот здесь буду заходить рядом с мостом. Добегаю до моста, убиваю этих крокодилов, которые тут тусуются. Один, он второй. До того не пойду. Хотя можно его, в принципе, подцепить. Пусть он до меня бежит. Но я пойду вот к этому. Вон там уже кусты первые видно. Уронит меня. Ну и ладно. Ничего страшного. Все. Крокодилами разобрался. Теперь давай вот так, вот так. Сразу же собираю хэмп. Сразу же собираю херпс. На берегу. И углубляюсь. Уже вот отсюда. Получается, в лес. Блин. Конечно, переборщил. Надо было подождать, пока он побежит ко мне, не терять на этом время. Вот от этой точки, где были кусты, уходим в лес. Кабана. Разбор. Вот. Вторые заросли херпа. Пантерку цепляем. Нечего ей тут шастать. Вон там ягоды, видите, оранжевые растут. Все нужны, можно будет тоже собирать, в принципе. Квинтуса. Аж дурацкий. Все, ухожу. Вот здесь опять ягоды. Вот эти кучка. И как раз там ходит пантера. Пантера убиваю, в разбор ее. Собираю херпы. Видите, под флинтами найткравлеры.
Они тоже будут каких-то денег поначалу стоить, потому что они только под фринтами. Соответственно, на квесты они и на рыбалку будут расходоваться. И вот здесь, вот рядом с крепостью, третий, получается, респаун достаточно большой. Тоже забираю. Даже за 20 минут, что ли, не успею. Ну, по крайней мере, здесь меньше конкуренция будет. Если в первом месте вполне себе рядом с телепортом могут бегать, то вот здесь уже будет поменьше народу. Вот, и дальше идем по над крепостью. В этом направлении. Кабана вижу. Хватаем кабана. Вот здесь. Где-то респаун должен быть хэмпа. Да, он, я его уже вижу. Пантеру нафиг. Собираю хэмп. Собираю вон там кусопы. Которые херпсы. Все, разворот, давай. Кабана. Нафиг. Уже сейчас его разберем. Крыксы все подергали. Можно будет подцепить, в принципе, вот этих двух крокодилов. Так и поступлю, пожалуй. Пусть топают ко мне. Так, один есть. Где второй там крокодил? Крокодил, дил-дил. Разбираю обоих. А потом хожу в том направлении в лес. Все, здесь собрал. Ну, а теперь... Кабана тоже. Уже отреспаунился. И вот здесь вот такой типа перекрестка. Сразу видите... Херпсы видно. Хватаем их. И вот сюда вот в лес. Вот еще одна полянка с херпсами. И там дальше будут моты земляные, по-моему. Не помню, какие точно. Сразу три респауна в одном месте. Соответственно... Можно будет еще и там поднять. Немножечко деньжат. Сундуки уже за сбор. Насыпают. Но это насыпают их, когда профа прокачана на максимум. Так. Ну и где-то вот здесь. Где-то вот здесь. Да, вот они. Только они собраны, да, походу? Да, собраны, нету. Жалко, конечно, что собраны, но, тем не менее. Можно было бы их дернуть, если бы они были. Ну, а дальше уже по направлению к телепорту идем. Здесь будут железные деревья. Но это нужен высокий навык, чтобы их рубить. Вот, вот там. Соответственно, вам это не нужно будет. Вот здесь тоже моты будут земляные. Вот там моты земляные. Тут майнинг нужен, правда, чтобы их собрать. О, видите, появился. Это исполнился один. Вот там снизу еще. Соответственно, подбираю это тоже. Почему бы и нет? Пусть будут 16 мотов земли, но по монете 16 монет. Пинтус. Ну и все, дальше уже по берегу. Возвращаемся к телепорту. Убиваем по пути крокодилов. Тут их несколько будет.
На этом маршрут уже заканчивается. Правда, заняло чуть дольше, чем я думал. Я думал, за 20 минут справлюсь побежать. Мы вернулись к телепорту, и, например, если там никто не фармит, можно захватить у тех крокодилов полянку. То, пожалуй, мы и сделаем. Вот, видите, уже к телепорту вернулись, круг сделали. Крокодила этого цепляю. Второго крокодила тоже. Либо, если крокодилов, например, там не оказалось, можно попробовать посмотреть, где мы начинали херпсы. Скорее всего, они там уже все отреспавнились, чтобы, так сказать, завершить наш круг почета. Ну, ронять-то меня не надо, чё ты? Крокодилья твоя душа. Так. Кошака тоже возьмем. Че он тут рядом гуляет? Почему бы и не взять? Сам прибежал. Подцепил его. Вот эту полянку с крокодилами всю зачистить. И можно и там еще с хэмпами зачистить. И получится, я думаю, как раз полчаса. Нормальная тема. Можно, в принципе, с этих крокодилов начинать. То есть выбегаете от телепорта, сразу зачищаете вот эту вот полянку с крокодилами. А потом уже вон на ту сторону. Вполне себе. Не бегать за кошаками. Либо туда, либо сюда. Все зависит от конкуренции. Если конкуренцев нет, этих чувачков, которые бегают и вам мешаются, можно, в принципе, по первому варианту бегать. Если конкуренция есть здесь, тогда по большому кругу пойти. Ну и плюс, по большому кругу там больше херпса получается, больше хэмпа. А здесь больше курок. Кому что больше нужно? Давай, крокодил, дил, ко мне. Вот тот крокодил, дил, тоже давай ко мне. Второй несется, убиваем. Готово. Ну, сейчас проверим насчет респауна. Перескочу я эту реку, как думаете? Получится у меня ее пройти не по мосту, или буду я долго и нудно вот так вот? Давай, хоп. Перекаты, к сожалению, не работают в воде, жалко. Не, ну так быстрее, чем до моста бежать. Все равно. Сразу же крокодилы тут у нас. Получается, я зачистил, по мосту пробежал оттуда, когда шел, зачистил, перескочил через реку, сразу же по берегу пробежался, вот здесь вот убил этих крокодилов, а потом уже завернул, зачистил херпсы, получается, вместе с хэмпами, и вернулся, ну, вернусь к телепорту. Как раз, я думаю, полчаса будет на все про все получаться. Давай, крокодил, дил. Оп. Серьезно? Не помер даже. И вот первые кусты уже пошли. Они отреспавнились. Хорошо. Кусты, крокодил, поворот. И он как раз возврат к телепорту. Нормально. За 2 минуты, я думаю, справлюсь. Это уже не 2, а 1, но тем не менее. Практически уложусь.
Ну, таким макаром можно кружить сколько угодно раз. Получается такой плодотворный, хороший маршрут. Вот они, вторые кусты. Сразу же дергаем. В начале лучшего фарма вряд ли можно найти. Там и хэмп опять. Кабанов подергать вот этих вот за хвост. Крокодилов. Ну чё ты? Иди сюда. Пантерку. Где там крокодил дил-дил? Блудится в деревьях. По кабану пытался попасть, но что-то как-то не получилось у меня по кабану, а попал по крокодилу. Бывает такое. Все, вот прошло полчаса, но тут осталось буквально собрать совсем чуть-чуть. Где-то 31 минута получится. Тут всего лишь две кучки осталось. Тем более эти не до конца-то испавнились. Получается еще вот это и одна вон там вместе с кемпом. И все. Все. Забираю последнюю кучку. Dragon Glory, кстати, тоже это испавнились. Это вот песик. Тоже иди сюда, давай. Подходи поближе. Я за тобой не бегал. Ну, таким макаром можно кружить. Хоть целый день фармить эти ресурсы. Прокачивать профессию. Огненные моты всегда ценились больше всего. Dragon Glory. Это прям must have. Ну и все, он на телепорт. Возвращаемся. А, тут даже еще одна кучка есть, смотрите-ка. С херпсами. Я как-то про нее уже и подзабыл. Ну, дополнительно. Где-то 32 минуты получилось. Примерно. За полчаса не уложился, так как хотел, но что поделать. В итоге что получается? В итоге смотрите. Ну, во-первых, шмоточки всякие. 4475 Равхайт. 81, блин, Shadow Fur. Ну, в принципе, на старте сервера она даже что-то будет стоить. Но это надо скининг. Арные вот эти вот. Называется правильно. Скин клак. Так и называется. Даже две Dragon Glory цветочка. Они нужны там для каких-то квестов. Так что поначалу они тоже будут стоить хороших денег. А сейчас копейки уже, конечно. Так, собственно, 209 файберса. Это получается 4700. Плюс еще 520. 5200. 5200. И получилось 42 корица. Еще 41. Вот этой хреновины и вот этой хреновины. Ну, специй получилось нормально. Вполне себе за полчаса. Тут только вот этих вот 420 монет. Плюс получается... Вот эти еще. Ну, ладно, будем считать в среднем по полторы, да. Это чуть дороже, это чуть дешевле. Или наоборот, я не помню уже. Ну, собственно, 41 и 32. 70. Ну, грубо говоря, 70 штук по полторы монеты. Соточка там. И здесь 420 еще монет. Это уже 500. 500, и тут я считал сколько? 5000 ресурса, да? Вот это уже
5900, ну да, 5000. 5200 всего. И по 50, если серебра на моем сервере сейчас, плюс еще моты такие, моты вот такие. Здесь еще получается 70, еще сотка, плюс Dragon Glory будут стоить хороших денег. Сейчас они, конечно, мне ничего не прибавляют. Сотка, пятисотка, 600 и 5200. Это у нас за 1000 получается 500 монет. Значит, раз 5000, это 2500 золотых монет сверху. Ну, правильно считаю? 5000, 1000, ну да, 2500. Ну, то и 1000 выходит. Где-то примерно. Где-то примерно 3000 за полчаса. 6000 час. Это даже лучше, чем бегать по маленькому кругу, получается, по деньгам. Так что вот такой вот маршрут, друзья. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Счастья, здоровья, удачи и до новых скорых встреч. Пока-пока.